Доброго времени суток. Я помощник машиниста электровоза по совместительству председатель Свободного профсоюза локомотивного депо «Лозовая». Обращаюсь к железнодорожникам, которые выполняют свои должностные обязанности вне уютного кабинета с кондиционером. Кто с одной стороны стал заложником непрофессионализма руководства, а с другой пассивного отношения коллег к нашим общим нетерпимым проблемам. Все обратили внимание, как с года в год улучшаются условия труда, оплата труда. Мы сыты только обещаниями руководящего состава, которое пренебрегает инструкциями и законодательством Украины. Они уверены в своей безнаказанности, а черпают свою уверенность не только от своего круга кумовского, свояков и засанных матрасов, набитых иностранной валютой, а и нашей с вами бездеятельности. Старое поколение ушло на заслуженный отдых, а мы не верим их пустым обещаниям и готовы решительно действовать. Возможно, мы не будем срывать с них погоны и приземлять в мусорные баки, но за все злодеяния, бездействия, которые привели процветающую отрасль к такому состоянию, привлечем к ответственности согласно законодательству Украины. И их округлые интеллектуальные лица разместим на доске почета или учета. Процитирую Йоганна Вольфганга Гёте: «От надежды и боязни отступите вглубь прохода. Худших нет бичей и казней человеческого рода». Пишите в комментариях, чего вы ждете и кого боитесь. Будем бояться вместе или участвовать в акции «Работа по инструкции». Всех благ!